Всем привет! Уже стало известно, что осенью 2023 года состоится премьера нового турецкого сериала под названием «Если король проиграет». Создатели проекта рассматривают сразу несколько кандидатур на главную роль. И среди них многим известный актер Акын Акынозю. Как только один из актеров подпишет контракт, тут же начнутся съемки. Но если вдруг ни один из выбранных актеров не захочет принять это предложение, то съемки сериала могут отложить. По сюжету главный герой обладает очень привлекательной внешностью, и он пользуется этим даром в корыстных целях, чтобы привлекать внимание дам. А это значит, что у него никогда не было долгих отношений, и он разбил немало женских сердец. Но однажды он случайно знакомится с девушкой, и из-за нее рушатся все планы. Кенан оказывается в отчаянном положении и не понимает, как так могло произойти. Кенан по-настоящему влюбился, и он даже представить себе не мог, сколько боли принесет ему это чувство. И чтобы справиться с этой бедой, он идет на прием к психотерапевту, где во время бесед он начинает раскрывать все свои проблемы, которые до этого момента таились в его подсознании. Сумеет ли Кенан справиться со своими страхами и понять себя? Ответы на эти вопросы мы узнаем, если посмотрим данный сериал. А если вы не хотите пропустить точную дату выхода сериала, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.